В эфире программа «День города», в студии Алена Кукольева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани рушатся дома на улице Крупской. Разрушается в городе и асфальт. Первомайский проспект закроют на ремонт на 2 месяца. И удастся ли сохранить жителям любимые места отдыха? В Рязани рушатся дома на улице Крупской, известной в народе как «Три поросенка». Разрушительное состояние дома подтвердила и районная прокуратура. А вот ремонтные работы запланированы здесь только через 10 лет. Валерий Седов узнал, с какими проблемами сталкиваются местные жители. По пейзажу за моей спиной можно смело сказать, что я нахожусь рядом с заброшенным домом. Но нет, здесь живут люди. Это дом номер 11 по улице Крупской. И таких домов здесь несколько. Сквозные щели, падающие кирпичи, нецензурная брань на стенах. Обрушение этого дома, по словам жильцов, началось около 3 лет назад. Теперь обломки кирпичей у фасада, страшно сказать, привычное дело. Трещины по всему дому тянутся от крыши и до земли. Кирпичная кладка фасада где-то уже разрушена, а в оконных рамах сквозные щели. Внутри картина не лучше. В коридорах грязь и мусор, а на полу окурки. Кухонный пол сырой. Из кранов не перестает течь вода. Грибок на стенах здесь – это уже привычное явление. Мы куда только не звонили, куда только не… Ну, никто вообще не реагирует. Вот совершенно. У нас такое впечатление, что вот вообще вот скоро рухнет у нас и потолок рухнет. Дом 11 на улице Крупской – это бывшее общежитие. Он находится между 2 точно такими же 5-этажками-близнецами. Или, по-народному, 3 поросенками. Наравне со средним братцем рушится и 13-й дом. Кирпичи с него также падают на землю. Тому, кто боится кирпича на голову, сюда лучше не ходить. Территорию близ фасада периодически огораживают. Но ни один из домов аварийным так и не признали. Прокуратура Московского района и специалисты жилищной инспекции по обращению жильцов провели проверку. Но ответ оказался неутешительным. Ремонт крыши здесь запланирован только на 2029 год. Фасада на 2032, а фундамента и вовсе на 35. Позднее отремонтируют и электроснабжение в 2041 году. Приходили с префектуры у нас. Люди ходят вот по улицам, смотрят. И я была в шоке, когда они пришли и сказали: поменяйте, пожалуйста, вывеску. Портит вид города. Я говорю: а вы выше голову поднимите, это не портит вид города. У меня слов просто нет. В адрес Государственной жилищной инспекции Рязанской области направлено письмо для составления соответствующего акта с целью проведения капитального ремонта в более ранние сроки. Разрушается в городе асфальт. Сегодня на перекрестке улицы Ленина и Вознесенской на пешеходном переходе из-за подмыва грунта случился провал асфальтового покрытия. Ликвидацией последствий провала занялись работники водоканала. Участок дороги оградили соответствующими дорожными знаками. Работы по устранению ямы завершили за 2 часа. А вот более основательного подхода требует центральная улица города Первомайский проспект. С понедельника начинается его капитальный ремонт. Продолжится он 2 месяца. Новый асфальт появится на участке дороги от площади Ленина до улицы Чкалова. Как сообщает сайт администрации, в ходе ремонта будет проведена масштабная замена верхнего слоя асфальтового покрытия. Работы планируют завершить до 31 июля. Кроме того, на подходах к пешеходному переходу в районе улицы Пожалостина будет уложена светящаяся тротуарная плитка. В дорожное покрытие вмонтируют светоотражающие маячки, а на самом перекрестке установят светодиодный светофор на солнечных батареях. Работы будут вестись в вечернее и ночное время. При этом перекроют все полосы автодороги в одном направлении, а время движения троллейбусов сократят. Испорченные газоны, заставленные детские площадки, препятствия для пешеходов. Такова удручающая картина областного центра. Парковки во дворах стали, увы, привычными. От этого страдают и пешеходы, что еще хуже, дети. Анна Герцовская побывала в одном из таких дворов. Вместо смеющихся и играющих детей здесь, на пересечении улиц Дзержинского и Ленинского комсомола, во дворе домов можно увидеть лишь автомобили. По вечерам от нехватки парковочных мест люди приноровились ставить свои машины на газон рядом с качелями. Тропа уже, как говорится, протоптана. От газона ничего не осталось, так что у автомобилистов нет сомнений, парковаться можно. Хотя многие из них понимают, что это не единственный и тем более не лучший выход из ситуации. И если бы было достаточно мест для парковки, то на газоне парковаться свои автомобили рязанцы бы не стали. Это, наверное, больше проблема к планированию городских территорий.
Безусловно, парковочных мест не хватает, поэтому людям просто некуда ставить машины. Особенно в центре города, где вот мы сейчас находимся. Поэтому и так приходится ставить. Не бросать же ее за несколько кварталов от дома. Не только увеличение количества автомобилей в городе приводит к подобной ситуации. Платные парковки и запрещающие знаки вытесняют машины во дворы домов. Днем люди приезжают на работу и не понимают, где ставить свои автомобили. Для многих из них ранее бесплатная парковка стала платной, а по вечерам происходит лишь смена местоположений автомобилей. Из одних дворов они переезжают в другие. У нас тоже, вот где я живу, на Весенней тоже двор полон автомобилями. У меня ребенка сейчас 7 месяцев, как родила, наверное, начала. Присматриваешься, раньше ребенка не было, а сейчас видишь, ходишь, на детские едут с автомобилями, даже не сигналят. Идешь с коляской, например, сзади не видишь машин, едут машины, даже не сигналят. На центральных улицах города все в порядке, создается видимость благополучного и процветающего города. Но если заглянуть во двор, где, по идее, должны отдыхать пенсионеры и гулять родители с детьми, можно заметить, что им приходится в суровых условиях делить территорию с машинами местных жителей и залетных гостей. Молодежь так приходит, он лавки уже поломали половину. Приходят, тут пиво распивают, тоже гоняли бесполезно. Тут ничего не огораживают, и поэтому они думают, что это свободная зона. И детей поэтому мало стало гулять. Они уходят в соседний двор, потому что там лучше площадки сделаны, чем тут у нас. Вопрос по детским площадкам в городе стоит отдельным пунктом. Многие из них сломаны, и не в каждом дворе имеются качели. Хотя детство – это лучшая пора в жизни каждого человека. И современному молодому поколению необходимо ей насладиться, не боясь задеть зеркало припаркованной машины. Во дворы Рязани не хватало еще сместить ярмарки выходного дня и киоски с газетами. Тогда на центральных улицах города будет полный порядок, а во дворах – рязанское гетто. Выход из ситуации затруднен. Чтобы обеспечить людей парковочными местами, требуется либо расширение дорог, либо появление новых парковок, в том числе многоуровневых, подземных. Олимпийский чемпион, автор легендарного баскетбольного паса, дал сегодня мастер-класс в Рязани. Иван Едешко, известный как автор решающего паса за 3 секунды до конца финального матча. Также он выиграл чемпионат мира, 2 чемпионата Европы и Кубок европейских чемпионов. С легендой отечественного баскетбола встретился Валерий Седов. 3 секунды до конца матча. Сейчас будет приведен в порядок, приведено табло. Все скатили с мест. 49-50 впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч! Победа! Концентрация, желание, амбиции и работа. Вот необходимые качества, которыми должен обладать человек, по мнению Ивана Едешко, чтобы стать лучшим из лучших. Правильный настрой важно задать с самого начала. Теперь все без исключения команды готовы браться за мяч. Мальчишки и девчонки выходят на поле и готовы внимать словам заслуженного мастера спорта. Мастер-класс начали с небольшой разминки. За счет чего мы выиграли Олимпийский мир в 70-м году? Передача, конечно, передача. Одно разминочное упражнение, а потом начнем работать над передачей, над дриблингом. Привычный стук баскетбольного мяча, и разминка началась. Команда девочек в дружеском соревновании с командой мальчиков начала свою борьбу. Иван Едешко непрерывно следил за работой ребят и периодически давал свои наставления. Есть очень большая разница между словом «тренировка» и «работа». Вы приходите на тренировку работать, совершенствоваться, а не просто так поиграть в баскетбольчик, там это самое, девочки там посмотрят. После наставлений огонь в глазах детей зажегся с новой силой. Косых бросков теперь меньше, а передачи стали точнее. Соревновательный дух только добавлял азарта в обычную разминку. Концентрация команд возросла в разы, и можно было переходить к основным упражнениям. Правда, сегодня Иван Едешко говорил не только о баскетболе. Также он коснулся темы спорта, физкультуры и жизни в целом. Подобные беседы проводятся перед всеми мастер-классами, настраивая детей на правильный лад. К тому же, такие открытые уроки заслуженный мастер спорта проводит не только в России, но и за рубежом. Рад, что я приехал в Рязань. Я очень рад, что здесь есть публика, что здесь действительно заинтересованы в баскетболе, в
мальчишки, девчонки и более взрослые. Вот. На таком мастер-классе баскетболистам пришлось изрядно попотеть. Но зато теперь они овладели техникой броска, дриблинга и передач. А огонек новых мыслей, который в этот день Иван Едешко зажег в каждом, теперь будет разгораться с новой силой и вряд ли сможет угаснуть. Май близится к завершению, хотя погода пока совсем не балует жарой. 1 июня традиционно в Рязани области откроется купальный сезон. Тысячи людей вновь смогут наслаждаться летом на официальных пляжах. В преддверии сезона сотрудники МЧС проверяют их готовность, оборудуют средствами спасения, контролируют качество дна. Подробнее в репортаже Галины Ершовой. Загорать и купаться в этом году рязанцы смогут на 45 официальных пляжах. 6 из них расположены в Рязани. Это пляж на озере Ореховое, 3 пляжа на Барковских карьерах, на Лысой горе и на берегу реки Старица. Администрация города планирует открыть еще 2 новых места для безопасного купания. На реке Мокша в рабочем поселке Кадом и на озере Сегдинское Рязанского района. Уже сейчас ведется активная подготовка зон отдыха к приему гостей. Будут выставлены буи. Границы зоны заплыва, то есть границы пляжа. Также на пляже будут выставлены заграждения для неумеющих людей плавать, для детей, которые не умеют плавать, где будет еще дополнительно обнесена сетка, то есть выставлена сетка, и где глубина не будет не более 1,20 м. Также каждый пляж будет оборудован медицинским пунктом, спасательной вышкой, информационными щитами с указанием температуры воздуха, времени работы пляжа, сведения о безопасном поведении на воде. В дополнение к этому на официальных пляжах дежурят как минимум 2 спасателя, готовых в любой момент прийти на помощь. Поэтому за последние 15 лет здесь не пострадал ни один человек. Чего не скажешь о диких местах купания, где происшествия случаются по вине самих отдыхающих. Есть люди, которые не рассчитывают свои силы, пытаются переплыть быстроходные реки, большие водоемы. С некоторым со здоровьем случается. Некоторые в пьяном виде, что недопустимо, пытаются искупаться. Все это приводит к трагическим последствиям. Еще одним отличием официального пляжа от дикого является качество дна. В преддверии купального сезона его обследуют опытные водолазы. Видимость у нас не как в море. Водолаз в основном видит чуть ближе метра под водой, поэтому работать ему приходится очень долго. Передвигаться приходится на ощупь, но водолазы к этому привыкли. Участок они разбивают на квадраты и прочесывают его зигзагом, чтобы не пропустить потенциально опасные предметы. На дне все бывает. И баллоны, камни, бутылки. В основном бутылки, мусор. Дно чистое. Никакого мусора нет. Сейчас на флагштоках, расположенных на территории пляжа, развиваются черные флаги. Это значит, что купаться еще нельзя. Но уже с 1 июня они сменятся на желтые. В этот момент в Рязани области официально откроется купальный сезон. Я один-два раза окунулся, и все. Холодная вода. Виноват купаться. Поэтому даже самым закаленным и нетерпеливым жителям города мы рекомендуем подождать всего пару дней, пока вода прогреется, а пляжи станут по-настоящему безопасными. 27 мая в нашей стране отмечается Всероссийский день библиотек. На сегодня по всей стране насчитывают более 150 тысяч этих учреждений. А оценить работу их сотрудников очень сложно. Свой ежедневный труд они посвящают сохранению знаний многих веков и народов. На акции, посвященной этому празднику, в главной библиотеке города побывала Ирина Ковалева. В далекое прошлое ушли времена, когда прочтение книг осуществлялось только через посещение библиотеки. Сегодня любители чтения с легкостью могут купить необходимый экземпляр в магазине или же, что еще проще, скачать электронный вариант через интернет. Однако библиотеки все так же привлекают посетителей. Разница лишь в том, что приходят сюда не только за книгами. Интересные мероприятия, которые мы проводим, привлекая жителей нашего города и гостей нашего города. И когда они приходят, они видят, что библиотека – это уникальное место, информационный такой портал времени, куда можно прийти. И они не только могут здесь получить какую-то информацию, посетив мероприятие, но и берут книги. То есть не зря же я пришла в библиотеку, да? Я могу посетить мероприятие, сходить на абонемент и взять интересную книгу, почитать дома. На сегодняшний день
библиотека имени Горького для жителей и гостей города постоянно организует самые разнообразные мероприятия. Здесь ежегодно проходит знаменитая акция «Ночь в библиотеке», открываются выставки, проводятся викторины, конкурсы и мастер-классы. Специально к Международному дню библиотек здесь решили провести мероприятие в новом формате – суд над нечитающим человеком. Судебный процесс был организован по всем правилам. Судьей стал известный в Рязани ведущий, один из организаторов этой акции – Кирилл Шишкин. Он считает, что сегодня молодежь практически не читает, оправдывая себя тем, что знания и навыки они получат благодаря телевидению и интернету. С другой стороны, наверное, легче всего и правильнее сделать вывод по тем людям, которые чего-то достигли и добились. То есть у каждого человека есть свои кумиры, и если ты хочешь быть на кого-то похожим, следует, наверное, оценить его шаги в жизни. То есть как он этого добился, как достиг. Если ты хочешь быть похожим на какого-нибудь артиста шоу-проекта, который не может связать двух слов, и для тебя это действительно образец для подражания, то почему бы нет, следуйте этому примеру, сидите в Инстаграме, ВКонтакте и не интересуйтесь больше ничем. В роли обвиняемой выступила ученица школы номер 69. Девушка признала, что в реальности она действительно художественную литературу читает нечасто и к книгам обращается тогда, когда ей необходима какая-то информация. Но то, в чем ее обвиняют в суде, гораздо серьезнее. Здесь я не читаю вообще, читаю только с экрана телефона, монитора, и в принципе к книгам вообще никак не отношусь и ни за что никогда в жизни не приду в библиотеку. Отстаивая свою точку зрения, Анна, конечно же, приводит немало доводов, но все они меркнут, особенно когда главный свидетель обвинения Сергей Есенин. Его роль исполнил Денис Будушин. Кстати, его мнение полностью совпадает с мнением поэта. Книги в нашей жизни сейчас, особенно когда внедряются новые технологии, книги – это очень хороший способ вырваться вперед в каком-то моральном плане и показать, может быть, не так явно, да, однако люди все равно поймут, что ты на голову выше их, на голову умнее. И как прозвучит сегодня фраза Сергея Александровича Есенина, успешные люди читают больше. Всегда. Вину подсудимой предстоит определить присяжным заседателям. Ну а для всех нас этот судебный процесс еще один повод задуматься о своем отношении к книгам, чтению и выразить благодарность сотрудникам библиотек, которые всеми силами пытаются привить любовь к чтению молодому поколению. Более 100 опытных психотерапевтов из России, Италии, Сербии, Словении и других стран посетили Рязань. Своим опытом они поделились в рамках научно-практической конференции, которая прошла в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова. О том, что будут обсуждать специалисты в течение 4 дней, расскажет моя коллега Галина Ершова. Алкоголизм, попытки суицида и депрессии остаются одной из самых актуальных тем обсуждения специалистов по всему миру. Только совместными усилиями ученых и врачей удается находить новые методы лечения психических и наркологических расстройств. Своими наблюдениями они поделятся на научно-практической конференции «Междисциплинарный подход в терапии психических расстройств», которая проходит в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова с 25 по 28 мая. В течение 4 дней участников ждут мастер-класс, открытые лекции и круглые столы с мировыми экспертами отрасли. Такой современный коллектив, такой широко интегрированный в международное сообщество, вот в сфере оказания психотерапевтической помощи, что, ну, не все города, даже Москва не может такими коллективами похвастаться. Это действительно очень высокий уровень. И в соответствии с коллективом, и очень высокого уровня конференция. Конференция проходит уже 4-й раз. За это время ее важность и продуктивность успели оценить на всероссийском уровне. В этом году она включена в план наиболее значимых мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации. Также конференция аккредитована в системе непрерывного образования, где получила высокий рейтинг. Это важный и непрерывный шаг, который позволит нашим врачам учиться постоянно. Вот к чему мы и стремимся, для чего мы, в общем-то, конечно, прежде всего эти конференции проводим. И, конечно, это интерес новым научным знаниям. Я уверен, да, возможность доложить нашим аспирантам, молодым специалистам, врачам, тем, кто пишет диссертационные знания, тех, кто только их планирует, и оставаться в науке, оставаться в университете, оставаться в профессии. Свои выступления подготовили более 100 психотерапевтов из 6 стран мира, среди которых Италия, Черногория и Сербия. Программа очень насыщенная. Обмениваться опытом специалисты будут по 12 часов в день. Здесь речь идет о заболеваниях не только, которые фармакологически лечатся, то есть там таблетки, инъекции, да, а еще, естественно, людей лечат душевно.
Эти направления комбинируются нечасто, поэтому задача конференции – помочь совместить разные подходы, чтобы у каждого врача было два инструмента – и медикаментозное воздействие, и психотерапевтическое. Не менее важно, что все знания носят исключительно практический характер, а значит, помогут рязанским специалистам оставаться на высоком профессиональном уровне. Нас больше вот наркологическая служба, конечно, интересует. Мы проводим профилактические мероприятия с детьми, со взрослыми, занимаемся вот профилактическими медицинскими осмотрами в своей организации. И, соответственно, вот информация нам это вся полезна. И, собственно говоря, и вот сейчас тоже интересная информация, связанная с тревогой, тоже может пригодиться. Все доклады очень интересные. Все действительно вызывает только уважение. Огромное спасибо организаторам за предоставленную возможность. Все с удовольствием слушаю. Конференция уже стала важным событием в медицинской жизни Рязани. Но организаторы не хотят останавливаться на достигнутом. В следующем году они планируют еще более насыщенную программу. И на этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. Все новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.tv. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего завершения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».